Индия – страна с уникальной цивилизацией, жизненным укладом и религиозными традициями. Для российского покупателя Индия всегда притягивала к себе внимание, в том числе богатым выбором тканей, кожаных изделий, ковров и, конечно, специй. Поэтому жители Твери всегда с радостью посещают такие выставки. Новая экспозиция открылась в торговом центре «Олимп» с 16 сентября по 2 октября. Все, что представлено на этой выставке, вкусно, красиво и необычно. Здесь покупатели могут найти уникальные товары на любой вкус и для всей семьи. Это постельное белье, косметика, текстиль, кожаные изделия, духи. Женщины приходят на выставку, чтобы присмотреть себе платье, палантины, сумки и украшения. Я пришла посмотреть украшения. Все такое красивое, все такое блестящее, все такое интересное. Особой популярностью на индийской выставке продажи пользуются восточные сладости, различные приправы, кофе и, конечно, чай. Очень большим спросом пользуются у нас индийский, цейлонский и непальский чай. Особенно фирмы Махараджа и Наргиз. Гурманы покупают на выставке рис басмати. Индийский рис пользуется очень популярностью у покупателей. Он очень полезный, готовится очень быстро и очень вкусный. Гости выставки продажи словно побывают в путешествии по Индии, наполненные пряными ароматами, яркими образами и вкусами. Выставка будет работать до 2 октября, включительно по адресу. Торговый центр «Олимп», второй этаж.